На Международный день инвалидов 3 декабря я хочу пожелать людям с особенностями здоровья никогда не чувствовать себя слабым человеком. Всегда оставаться уверенной, жизненной личностью. Судьба распоряжается иначе. Не так, как мы порой того хотим. Быть инвалидом – это значит, что стало в мире все чуть-чуть другим. Нельзя на своей боли замыкаться, бороться нужно и идти вперед. Побед необходимо добиваться, а боль в душе, поверьте, отойдет. Пусть рядом будут люди дорогие, пусть окружает вас всегда тепло. Пусть за руку ведут родные, и станет в темной комнате тепло. Пусть каждый день будет ясным и добрым. Пусть каждый миг дарит объятия и улыбки родных. От души желаю всем здоровья, благополучия, бодрых сил, света и мира за окном. Каждого путь свой назначен, то взлетаем, забыв обо всем, принимая обман за удачу, то случается вдруг, замыкается круг, и становится трудно поверить, что все можно решить, если надо простить, нужно верить в судьбу, нужно верить. Живите, каждое утро вам светит в оконце, что было плохого, пусть будет забыто. Души ваши дверь всегда будет открытой. Мы боимся признаться себе, повторяя чужие ошибки, что живем только раз на земле. Так дарите друг другу белым светом безоблачно чистым. Поспешите любить, свой очаг сохранить. Нужно верить в судьбу, нужно.